Ассаламу алейкум всем, добрый день. А сегодня покажу, как я стираю сумочки из трикотажной пряжи. Специально выбрала с картинкой, чтобы показать вам, что картинка не смывается и ничего с ней не становится. Здесь пятна разного рода, попол поваляли, шоколад размазали, печеньки размазали. Ну, в общем, стандарт. Снимаем кольца съемные. Иногда я использую карабины, но чаще всего вот такие кольца у меня. Очень удобно. Просто вовнутрь я решила положить и все сразу простернуть. Машинка у меня автомат, но открывается сверху. Устанавливаю обычный режим, никакой деликатной стирки, и вода в среднем 60 градусов у меня. Использую жидкие порошки, также можно шампуни. Стирала я с полотенцами примерно таких же оттенков. Кстати, цвет совсем не линяет, пряжа не выцветает. Вот форма практически осталась та же. У меня сушка средних оборотов, точнее отжим. И выравниваем сумочку, придаем нужную форму, достаем изнутри ремешочек и сушим вдали от солнечных лучей. В данный момент у меня она сушилась в подъезде на чистом воздухе в течение 4-5 часов. Ну вот, вот сумочка подсохла, все чисто, пятна все отстирались абсолютно. Сумочка не потеряла форму, я даже не отпаривала, не гладила. Но при необходимости можно и прогладить утюгом через марлечку. Одеваем обратно кольца. И все, сумочка готова, чистая, можно использовать дальше. А как стирать сумочки с кожаной фурнитурой, покажу вам в следующем видео.